Сегодня мы поговорим о двух типах ударов, точнее, об одном из них. Вообще существует два типа ударов. Это открытые и второй вариант – закрытые. Open strokes, closed strokes. Открытый удар – бас-барабан. Что это означает? Это означает, что после удара колотушка не прилегает к пластику. То есть, она не остается на пластике. Как это сделать? Это сделать очень просто. У нас есть с вами неподвижная часть футборда. На примере педали Tama Iron Cobra 600-я модель. Вот она, неподвижная часть. Дальше мы по футборду смещаемся приблизительно, ну, я делю его где-то на три части мысленно. И мы используем первую треть. Здесь. При этом массу ноги я использую абсолютно полностью, смещая всю массу ноги вот сюда, в плюс, ну, носочек. И после удара у меня колотушка не прилегает к пластику. Это называется открытый удар. Что это нам дает? Это нам дает звук, определенное звучание бас-барабана. За счет того, что мы не сурдиним бас-барабан после удара, то есть не затыкаем пластик, у него остается дыхание, то есть некий такой... Да? Остается? Остается. Вот и все. Сложного здесь ничего нет абсолютно. Ногу нужно располагать 1/3 от основания неподвижной части футборда, платформы, педали. И всего-то навсего мы получаем с вами вот такую вот штукенцию. Вот и всего делов. Где это используется? Это используется в различных музыкальных стилях, таких как фанк, джаз, диско, рок-музыка, хард-рок, поп-рок. Ну, в общем, короче, в любых стилях игры, там, где вы хотите получить наиболее жирное, объемное звучание бас-барабана, именно акустическое звучание. Вот. Ну, вот как-то так. То есть ногу не обязательно держать на весу, нужно просто ее расположить на 1/3 от основания и использовать всю массу ноги. Опору сохраняем здесь. Колотушка не остается на пластике. И вы получаете открытое звучание бас-барабана. Собственно, название Open Stroke. Открытый удар. Очень просто. Второй тип ударов – это закрытые удары. Второй тип ударов – это закрытые удары. Закрытые удары. Что они из себя представляют? Это полная противоположность первому типу ударов. Это полная противоположность открытым ударам. То есть у нас колотушка с вами прилегает к пластику бас-барабана, и мы получаем с вами вот такое вот звучание. Напоминает, очень сильно напоминает, как будто, я не знаю, бас-барабан звучит, а коробка какая-то картонная, то есть прям такой тычок. Что здесь характерного? Расположение ноги. В отличие от открытых ударов, если мы ногу располагаем на 1/3 от основания футборда, то в закрытые удары мы располагаем ногу максимально близко к цепи педали. И у нас с вами движение ноги чуть больше за счет того, что угол футборда меняется по мере того, как мы ногу продвигаем ближе к цепи. Да? То есть у нее есть угол, у футборда есть угол, и, соответственно, здесь у нас с вами движение будет ногой чуть больше, основание чуть меньше. Вот. Ну и, собственно, сам звук, который мы получаем, он, разумеется, более закрытый, более такой тычковый, более короткий, засурдиненный и напоминает фанерное какое-то звучание, коробчатое, я не знаю, да, какие-то такие остатки. В любом случае, микрофон, они не передают всего того спектра ощущений, которые слышно ушам акустически. Поэтому поэкспериментируйте, попробуйте, и, собственно, здесь ничего сложного в этом нет. Всего лишь меняется положение, расположение ноги на футборде, и используйте хилап,